понимаю, он больше расскажет про бизнес, а не про технологию, но да я постараюсь как можно быстрее вас отпустить. А, электрод МБ, телефон С. Александр, я работаю в группе «Московская биржа», как это, начал майнинг в 2011 году, связал с оператором и покатился. А, собственно говоря, ну, должно было быть в начале овервью, а потом уже детальная лекция про фабрику. А, что такое вообще Hyperledger, почему все перепуталось? Изначально это был стартап под названием Hyperledger, который выиграл конкурсы на Tribe Свиста в 2014, если я не ошибаюсь, году. Потом его полюбил Digital Asset Holding и приобрел. Потом это все слилось в экстазе и неожиданно оказалась инициативой, к которой вначале присоединился Intel, потом еще толпа народу. А, собственно говоря, Hyperledger — это на данный момент уже просто зонтик, под которым прячутся конкретные предметы, причем предметы не всегда являются блокчейн-платформами в том или ином смысле. Есть Blockchain Explorer, который вообще инфраструктурный тул, есть Chello, который админка и так далее и тому подобное. Собственно говоря, принципы Hyperledger, как это называется, заветы Линуса Торвальдса и быть open source, и ничего не open source не принимать, использовать как это, предметы, которые могут применяться в различных индустриях, ну, то есть не узкоспециализированные, там, предназначенные только для какой-то отрасли, будь то криптовалюта или еще что-то. И всячески организовывать взаимодействие между финансами, банками, IoT и так далее и тому подобное. Почему финансы, банки? Потому что они тратят больше 60% всех мировых затрат на IT, а из этих 60% половина — это работа с данными. Ну и, собственно говоря, из этого все и выросло. Также в рамках Hyperledger довольно много уже началось работа по стандартизации со Swift'ом. Такой XML-ный формат SO20.022 стали потихоньку адаптировать под распределенные реестры. И опять же заговорили о том, что сейчас мы накладим 15 реестров разных стилей, фасонов и всего прочего. Каким образом они между собой будут общаться, кроме Interledger, ну, никто не знает. Возглавил в итоге, когда это в Linux Foundation пришло, все дело Брайан Бехлендорф, человек, известный в узких кругах тем, что он большинство кода Apache написал, и параллельно один из основателей Apache Software Foundation, одного из успешных предметов, ну, наверное, вы все знаете, что это. В Hyperledger сейчас уже больше 100 участников, это в смысле компаний, которые заплатили денег, сейчас расскажу поскольку, больше 100 компаний-контрибьюторов, и это действительно разные числа, потому что вы можете не быть участником, не платить взносы, но при этом контрибьютить туда от имени своей компании. И наоборот, вы можете быть участником и ничего не контрибьютить, как это делают многие китайцы, мучаясь по разным поводам. Сейчас для них создали специальную рабочую группу на китайском языке, где будут что-нибудь ходить.
неожиданный проект для Linux Foundation. Они, ну, фактически купили этот Hyperledger, когда он был недофабриком, когда туда еще IBM приходил. И они получили в 5 раз больше запросов, чем любой другой проект Linux Foundation на участие. И туда ломятся биржи, банки, страховые компании, производители железа, чего там только нет. А на данный момент уже 7-й Hackfest проводится. Кого из ФСБ нету? В общем, мы планируем Hackfest в Одессе летом. Будем смотреть, как пойдет и что будет. Ну, ближайший к нам, потому что в России, к сожалению, как только ты узнаешь, что надо получить визу всем, и эта виза стоит $300, и билет еще стоит. Не так, чтобы дешево, желание падает, хакеры не едут. Понятно, почему. Вот. Соответственно, 8 рабочих групп, при этом инвестиции суммарные в проект, они по сравнению с блокчейновыми гигантами, типа Digital Asset, смешные. Все вместе заплатили меньше 6 миллионов. Но эффект вполне хороший. Соответственно, премьерные участники — это люди, которые, ну, во-первых, сооснователи, а во-вторых, заплатили тысяч по $250 за участие. Здесь, как вы видите, есть и технологические компании, есть и компании, как это, технологические с другой стороны, которые, ну, Airbus, например, которые делают свои проекты на этом деле, а с другой стороны, как это, попадаются загадочные банды фан-технологии. Никто не знает, что это такое. General members исконно русских 2, Московская биржа и Сбербанк. Мы имели шансы, как Московская биржа, попасть в первый набор, потому что я там довольно бодро крутился, но российская бюрократия привела к тому, что мы где-то 40 каких вступили. Сколько заплатили? Мы заплатили 15 за участие в Hyperledger и, по-моему, еще 15 за участие в Linux Foundation. И таких, как бы, не то чтобы тоже много русских компаний, что само по себе странно. Это однократный взнос? Это ежегодный взнос. Но, опять же, это не обязательная история, то есть, ну, не хотите, можете не поддерживать. У вас никто аккаунт не отбирает, если вы перестаете платить. И исходный код в любом случае открыт. То есть, ну, там никаких ограничений нет. Это, если ты докажешь начальнику, что это полезно, это полезно, не докажешь, ничего страшного не случится, можно продолжать работать. Вот. Есть ассоциированные участники, я подговариваю пару университетов в России стать участниками, потому что там можно бесплатно, если ты governance или еще что-то. Но все боятся, сопротивляются, говорят, что американская дубулиса и разные предметы. Ну, собственно говоря, цели. В принципе, сообщество Hyperledger в том, чтобы создать в итоге фреймворк распределенных реестров, на которых могут решаться различные специфичные задачи. Построить комьюнити вокруг этого, промоутировать его правильно, для того, чтобы люди не путали Hyperledger, который был 2 года назад, и то, что есть сейчас. И хостить инфраструктуру для того, чтобы создавать здоровую конкуренцию, потому что одним коллегам интересно продать Bluemix, их понятен абсолютно интересные инвестиции, другим интересно продать процессор, третьим интересно продать свои услуги консультационные, четвертым интересно на базе всего этого сделать, собственно говоря, какую-то биржевую или внебиржевую площадку. Собственно, проблема, которую решает Hyperledger, она одна, коллеги уже это сказали, это исключительно про базы данных и про то, что может случиться хел этих баз данных, потому что даже в одной организации, группа Московской биржи, я вот идентифицировал больше 20 разных баз данных, связанных между собой, мучающихся через шины, прочие предметы. Здесь как это идея единого реестра. Как только мы берем делаем несколько реестров, история рушится.
А чем имеющиеся блокчейны донимали народ, что он прям стал собираться в стаи? А, во-первых, если вы не в курсе, у 70% биткоиновых адресов всего одна транзакция. А еще у, по-моему, 20, ну там не больше 10. А, во-вторых, медленно с точки зрения корпоративных систем все принимается, если у вас Proof of Work работает. И это никак не избежать. А объяснить человеку, что у него с определенной вероятностью транзакция с карточки уйдет, тоже не представляется возможным. То есть как бы, ну, 99,9% что да, но 0,1% что нет. Придется еще раз идти в магазин и заплатить. Миша, вот это не очень понятно. Если транзакция отправлена в сеть, то она когда-то, ну, произойдет. Данные. Ну, вот вам в аудитории расскажут. Да, это да. Вероятностный алгоритм. Нет, ну сейчас, ну не очень понимаю. В другой ветке. Что проще, то же верно. Вот. Анонимные процессоры данных, ну, как бы, к сожалению, большинство ваших данных конфиденциально. И это не то, что там законы конфиденциальных данных, а просто, ну, вы же не хотите, чтобы каждый человек, включая того, с кем вы встречаетесь в подворотне, знал баланс вашего счета. Ну, наверное, не очень хорошо. А, ну, соответственно, по расчетам я уже сказал. А, и еще один момент, регуляторный. А, если у вас система изначально задизайнена под криптовалюты, сделать на ней что-то, не являющееся криптовалютой или без поддержки криптовалют, нельзя. Люди, которые пытаются сейчас на эфириуме делать разные предметы, они сталкиваются с одним и тем же. Идешь к бухгалтеру какого-нибудь банка и скажешь, мне эфир надо купить, у нас там не работает. Бухгалтер очень косвенно тебя посмотрит, скажет, что ну ты премию получил, иди свои эфиры покупай. Другого ответа пока никто не придумал. Ну или можно заплатить там вендору какому-то, который в свою очередь будет бухгалтеру объяснять, им эфир нужен. Давайте как-нибудь купим. А, очень слабая управляемость с точки зрения регулятора, ну, это, собственно, хорошо, это, ну, так почему криптовалюты работают? Потому что не регулируются. А большинству финансовых корпораций нужно, чтобы регулировалось. Ну, и с приватностью тяжело, тоже, опять же, понятно. А как борются, каким оружием? А в Hyperledger довольно много комитетов. Technical Steering Committee – это то, куда пускают, если заплатить много денег или если серьезный вклад сделать. Но пока с серьезными вкладами тяжело, в смысле contribution кода, поэтому там народ, который заплатил много денег. Это нормально. А рабочая группа по requirements возглавляется русскоязычным человеком Олегом Абдрашитовым, которого некоторые в Сбербанке видели. Олегом каким? Абдрашитовым. Но, как не смешно, там русских голосов, помимо него и меня, тоже нету. Это те люди, которые юзкейсы обрабатывают и категоризируют. Про это, опять же, чуть позже расскажу, почему юзкейсы неинтересны как Ledger Foundation. Соответственно, архитектурное, white paper, протоколы, identity, все есть, все работает. Ну и, собственно говоря, самое главное, custom applications – это не то, над чем думает Hyperledger, не то, над чем думает каждый из рабочих групп. А они думают о том, как бы, как сделать так, чтобы побольше можно было разных applications делать, это правда. А конкретные реализации – это уже участники, ну вот, собственно говоря, IBM и другие предлагают. И там большими буквами написано на всех системах пока дисклеймер, что не используется в промышленных целях. Почему написано? Потому что SLA, если кто-то в курсе, пока никто не гарантирует никакой. SLA это что? Ну, то есть как бы ты не можешь у кого-то
получить гарантию того, что блокчейн работает. Там IBM же подписался под этим. Да, то есть на свой страх и риск можно деплоить. Да. А? Ну, вот это мы только у коллег можем узнать, но боюсь, что не у этих. Комитеты что говорят? Да как комитеты с этим никак не связаны. Комитеты не про коммерческое использование. Комитеты ничего не получают от этого, никто денег не платит. Это ты участвуешь по своему желанию. Ну, то есть, ответ на вопрос про NRD, про то, когда NRD будет использовать Hyperledger, это ответ на вопрос, когда NRD кто-то будет гарантировать, что все хорошо. Есть два варианта. Ты можешь с open source сам этот риск взять на себя, и, соответственно, ну, ради этого мы создаем эти компетенции, там, ломаем, крутим и прочее. А, или ты можешь переложить это на другого. Ну, как бы вариант работы. Можно спросить, зачем NRD может. С вендорами я общаться с другими. Давай в конце позже расскажу. А это Scope Safe Foundation, да? Ну, это Scope и Linux Foundation, в том числе, потому что Linux Foundation никогда не занимается платными проектами по определению open source. Он обучить может, консультировать может. Фабрик это Vision Quadrant. Фабрик это, собственно говоря, в начале здесь. То есть, ну, environment для исполнения кода, структуры данных и так далее. А дальше туда уже торчат, ну, специализированные какие-то предметы, потому что фабрики на самом деле, как это называется, консенсус-агностик система, то есть, ну, она может не только с КБХТ работать, просто реализован этот, а архитектура может быть любой. Ну, собственно, про фабрик коллеги рассказывали. Соответственно, изначально это Томаш Блумер, Венгер и Кристофер Ферри из IBM предложили и заимплементировали, коллеги уже рассказывали. Soldus Lake – это клевая система теоретически. Там еще больше написано, что там не запускайте, не трогайте, никаких прототипов мы не написали. Но она, во-первых, может работать с permissionless deployment, в отличие от предыдущего. А во-вторых, там алгоритм Proof of Elapsed Time, базирующийся на железном процессоре. Не знаю, когда они его выпустят, но эта штука такая довольно замутная и может быть интересной при конкретных приложениях, там, на биржевой торговле, например, использовать. Но ее нет еще. Паблик есть, вон, люди есть, живые, они код пишут. И, в принципе, их можно как допрашивать в Slack, что там работает, что не работает. У этих гораздо тяжелее с этим. А есть что-то, что уже может использоваться на биржевой торговле? База данных, SQL. Нет, ну в смысле, не классическая. Ну. Подожди. Хорошо. Есть проект Ироха, еще один блокчейн, очень элегантный, на C++ написанный, тоже PBFT в одном из диалектов, ну там, со своими задвигами. Его понт в том, что там сразу написан мобильный фреймворк, мобильный SDK, и это японцы, которые вот, ну, стартап, там, я не знаю, ну, типа четверо человек, сидящих на одной линии, собрались, написали и попали через Hyperledger ко всем участникам, там, банки интересуются. И вообще, если бы не Hyperledger, про них никто не узнал бы, они там в Японии бы сидели и работали. Очень клевый. А Blockchain Explorer, опять же, ребята показывали проект в инкубации, предложенный IBM, Intel и GTCC для того, чтобы людям не только смотреть в логи, а как там блоки работают, как что происходит, прям какой-то визуальный инструмент был для показывания привычный, более-менее стандартизованный. Чела, админский такой тул, клевый, интересно, что из этого будет, потому что пока он, насколько я понимаю, даже с фабриком не все знают, что работает. А про остальные еще у них ноги не дошли. Что, как? Вы запускали? Я его еще не видел, как еще.
Ну ок. Вот. А, ну и, собственно говоря, теперь про вопросы. Блокчейны, сайдчейны. Первый вопрос. Зачем их нужно НРД? А, дело в том, что есть очень простой риск того, что посредник будет не нужен, если банки договорятся о бирже. И никакой депозитарий не нужен будет. А, соответственно, если ну, ты думаешь, что тебя могут выкинуть, ты можешь возглавить этот предмет. И из компании, которая предоставляет как бы олдскул услуги по хранению на минус четвертом этаже бумажек, которых там твои права на акции, стать да, как бы оператором сети, который ну, обеспечивает эту ее функционирование. Вот вопрос, а все-таки когда можно будет ICO провести с обеспечением через депозитарий? Тут как бы когда можно будет провести ICO, это первый вопрос, потому что. Вопрос начинается с того, как, когда можно провести ICO, потому что мы-то, в отличие от всех остальных товарищей и вот Саши, например, входим в Центробанк регулярно и отчитываемся, у нас лицензия есть. И нас в ДЖ возьмут, как вот мы придем с вопросом, а можно ли ICO провести? Я спрашиваю с точки зрения вот, философского. Когда, примерно? Так, а, с точки зрения философской, есть такая компания Т0, она же Эверсток. А она с одной стороны говорит, ну что мы с вами с центральным депозитарием разговаривать будем, вас не будет. Вот в нашей парадигме мы вот там бизнес строим, деньги собираем людей, вас не будет в ней. Вот, ну, как бы мы с вами поэтому разговаривать даже не хотим. А с другой стороны, когда они свои акции выпускают, они вынуждены в традиционный депозитарий складывать, потому что регулятор, он там это, жим-жим делает, и он намекает на толстое обстоятельство. Поэтому философски, как бы, ну, можно делать без депозитария. Боже. На практике для того, чтобы тебе регулирование преодолеть, нужно ну, смотреть на юрисдикцию и понимать, как это сделать. Я спрашиваю, когда можно будет привязать к российскому законодательству. Я вот про разработку. Есть такой великий человек, Артем Толкачев. Я его мучил вот этим же вопросом недавно. Но как-то тоже никто не решился. То есть еще один неразрешимый вопрос. Вот мы уже много лет обещаем за смарт-контракт, который полностью биллинговый договор сотового оператора описывает, много денег. Уже третий год обещаем. Еще ни один не написал. А вот был вопрос, где. Вот к чему мы стремимся там в одном конкретном проекте, мы хотим, чтобы инвестор, который голосует, был уверен в том, чтобы его голос А дошел, Б был посчитан, С все вместе посчитано правильно. Потому что в любой текущей системе админ, обладающий нужными правами, к сожалению, обладает всеми возможными способами манипулировать. А потом есть еще человек с автоматом, который, когда админ распечатал или секретарша распечатал, может результаты еще подменить и поставить с автоматом нужное количество времени, чтобы эти результаты, собственно говоря, не... Кто является участником системы? Мы, банки, биржи, биржи, да? Эмитенты, ну там, полный цикл. Да. Там только до конечных владельцев не доходит, потому что для того, чтобы конечного владельца в России правильно идентифицировать и классифицировать, нужно потратить некоторые усилия, мы не можем как центральный депозитарий это делать. Если Арктан, который новый, мы не можем. Да. Два вопроса. Первый вопрос – это просто вопрос, касающийся всех депозитарных организаций. Да, правда ведь, что каждый раз, когда человек приносит свои акции или облигации в хранение депозитарий, он ничем не защищен от произвола сисадминов и людей с автоматом? Нет, неправда, потому что центральному депозитарию, собственно говоря, платят за хранение и за то, что ну, он обеспечивает этот риск, закрывает. Нет, сейчас, если что-то приносит в обычный депозитарий, здесь депозитариев уже много. Ну, так ты же платишь ему за хранение, ты с ним договор. А, ясно. То есть каждый депозитарий обязан хранить свою информацию в центральном. Ну, в итоге, тут как бы есть разные схемы, но в России это попадает через дерево депозитариев в центральную.
какое дерево мертвого? Понятно, да, хорошо. Оно совсем не мертвое. Совсем не мертвое. Хорошо. На самом деле направленный граф несут. Направленный граф, замечательно. Направленный, а цикличный граф. Второй вопрос касается того, почему вы провели разработку в прошлом году, в апреле, и замечательно от нее отказались. Это было бы связано с юридическими моментами, с тем, что британская компания проводила для вас разработку, или с тем, что это было на платформе NXT? Это эксперимент был. А дальше, да. Какие-то чуваки на NXT делали, да. Ну, чуваки сделали и выиграли, и чуваки клевые, но, во-первых, мы тогда знали, что получили значительно меньше, и то, что сделали чуваки, оно круто, но оно не обеспечивает, как сказать, во-первых, конфиденциальность, и это, собственно говоря, был первый результат, как бы, ну, которого мы не достигли, потому что, ну, если у тебя остатки видны по голосам, то тебя очень легко идентифицируют, потому что в газете 3 года назад написали, что Вагит Алиперов обладает 9%, святая 17, Лукойл. Если эти 9-17 проголосовали за что-то, то, к сожалению, это он. Это мы отдельно решаем. Не только Hyperledger решает, ну там отдельная разработка над ним. Вот. А второй момент, который был, собственно говоря, там голоса были не токенизированы, поэтому трейсабл не получалось. А вот если это ручку, то как можно сделать, получается? Вот сложно. Ну, то есть как бы на Hyperledger это делается не из-за того, что там проще сделать, а из-за того, что это потихоньку становится международным стандартом, потому что людей, которые пишут прототипы, пилоты и все прочее на Hyperledger Fabric, их, ну, вот, как бы у нас единственная страна, как не та, которую назвали Гондурасом, у нас, ну, мало. А в компаниях, где, ну, там люди много денег тратят,